пьяного маршрутчика, который устроил ДТП и потом сбежал с места происшествия, задержали патрульные в Николаеве. 52-летний водитель, видимо, хорошо отпраздновал Пасху и решил все же выйти на работу. Выезжая с парковки, протаранил легковой автомобиль, но решил не останавливаться и выехал на маршрут. Патрульные догнали и остановили его, когда в салоне уже было немало пассажиров. На водителя составили сразу 3 протокола за совершение ДТП, побег с места происшествия и вождение в нетрезвом виде.